Всем привет! Я в магазине Fix Price, город Орск, район вокзала. Смотрите, какие наклейки на окно. Я в прошлом году брала снежинки, а это, смотрите, и месяц, и лес. Вот так. Интересно. За 77 рублей их вон сколько. Снегири тоже на окно. И вот такой вот домик заснеженный. Увлажняющий бальзам для губ. За 77 рублей. Ароматы разные. Мицеллярный гель для душа с экстрактом орхидеи. Тонизирующий мицеллярный уход. Четыреста миллилитров, 55 рублей. Волшебная пропажа от 14 лет. Интересная игра. В этой волшебной игре вам предстоит определить, что пропало с картинки или появилось на ней. Внимательно запомнить и так далее. Циркачи. Это вот я имею в виду, что, наверное, на Новый год можно будет играть в различные игры. И вот какая-то забава в офисе. Вырасти гранатовый кристалл. 2-3 недели продолжительность эксперимента. Опыт профессора Николя. От 8 лет. Для выращивания кристалла в набор входит специальный порошок, активатор роста, основа для роста, контейнер для выращивания, палочка для размешивания, перчатки одноразовые и инструкция. И еще изумрудный кристалл. 199 рублей. Фонари с магнитом. Они уже у нас были, сейчас вот появились еще. Фонарь и магнит. Можно прицеплять и еще, по-моему, вешать даже. Да, вот крючок. За 199. Точно не знаю. В прошлый раз я показывала вот такую зубную пасту. А здесь вот в этом магазине еще один вид. За 77. Президент. Чайное дерево. А это органа. Опять тряпочки, желтенькие, яркие, розовые, за 55. А вот еще смотрите какие. Смотрите, какие у нас еще остались различные. Велосипеды, велосипеды и розовые. Сейчас обидно было. Эти новые светильники классные. Сумка за 199. Такая вот ручка идет. И сама она как из клеенки. Изготовлена ПВХ и сталь. И такие. Есть синие и черные. Состав. ТБ. Нейлон и сталь. 199 рублей тоже сумка. До нас доехали вот такие щетки массажные для красоты и здоровья вашего тела. Натуральная щетина. До этого у нас были вот такие варежки, рукавицы, расчески. Такие расчески. А теперь приехали
щетки за 199 рублей. Печенье имбирное, мировая коллекция, с тростниковым сахаром. Я вот, если честно, имбирь не очень люблю. Сколько грамм? 240 грамм, 55 рублей. Батончики, кокос и апельсин. По 11 рублей. Здесь различные злаки, хорошие батончики. Вот состав, наверное, будет не видно. Давайте попробуем. Шоколад 200 грамм, трюфельный элит. Шоколад горький, десертный, с начинкой. 200 грамм. А теперь давайте смотреть любимый василек. Итак, смотрим любимый василек. Начну я с постельного белья. Изготовлено из поплина. Называется вишенка. Двухспальный с европростыней. Так, 1597. Внутри оно розовое, а сверху вот такие вишенки. Так, сейчас посмотрим, какие здесь наволочки. Наволочки беленькие с вишенками. Очень интересное сочетание. Смотрите. Простыня в горошек. Теперь мужские носки. Такие толстенькие, зимние. Косичка такая интересная. Так, состав сырья. 85 шерсть, 10 ангора и 5 лайкра. 41-47 размер. Три цвета. Называется «Твой стиль» А1324. 60 рублей стоит одна пара, и три пары стоят 180 рублей. Посмотрите, какие тоже интересные носочки. Они идут с люрексом. Блестящие. Сердечко такое интересное. Стоимость таких носков 79 рублей. Так. И за 5 штук 395 рублей. Есть светленькие. Бордовые. Вот все цвета. Сердечки такие милые. И вот эти носочки внучки у меня ждали, прям не могли дождаться. Сейчас вот эта вот радуга очень модная. Я не знаю, что здесь модного, но они что-то такое ищут в этом. Одна выбрала вот такие беленькие, вторая вот такие, потому что тени достались. Вот. Ну, а нам уже что останется? Носки классные и не очень дорогие. Эти носочки стоят 44 рубля на 220 рублей. 5 штук. Так, и номер этих носочков 684, Туркан. Теперь набор новогодних. Смотрите, какие красивые. Так, здесь, значит, три штуки идут, 45 на 60. Чудеса называется, 140 рублей. Три штуки, 140 рублей. Сейчас посмотрим, какие есть еще рисунки. Здесь снеговик. Так, а это полотенце. Это с часами. Часы и много-много снеговиков. И такое ощущение, что это лен. Теперь спортивный костюм.
серого цвета. Бруклин. Размер 56, 896 рублей. Штанишки на манжетике. Плюс еще вот такой принт на штанишках. Качество хорошее, сшито отлично. Костюмчик хороший. Затем вот такая толстовка на манжете, рукав снизу тоже. С капюшоном. И сшита такая, как летучая мышь, рукавчик спущенный. Оно даже здесь написано не как толстовка, а как туника. Т-360, ментоловый, 769 рублей. Все потом посмотрите на модели. А вот какая яркая, красивая туника. Мне понравилась она очень-очень. Но она до 54 размера. Мне она не подходит. И смотрите сзади, как сделано. Смотрите, какой принт сзади. И она такая мягкая, такая классная. Я увидела у девчонок на распаковке и заказала. Но размер 54, здесь последний. 56 нет. Мне бы 56. Классная туника. Но у нас все равно подойдет. У нас девочек много здесь. Кому-то обязательно подойдет. Название этой туники Техас. Трикотаж. М. Техас. 504 рубля. Теперь стильные классные брючки на подростков. По крайней мере, мы для подростков взяли. А там я не знаю. Может быть, кому-то тоже понравится. Такие карманы. Смотрите. Прибамбасы здесь всякие висят. На кармашках. С обеих сторон карманы. Так, даже есть сам карман, а это клапан сверху. Значит, ножка сделана вот так. Здесь висит ремешок этот и большой-большой трикотажный манжет. Брючки стильные, классные. Вот такой пояс на резиночке. Значит, там они как Ш95 черный, вернее, даже Т-Ш95, 42 размер, 769 рублей. И осталось две туники. Одна побольше, одна поменьше. Так, вот такая туничка. Смотрим. Так, 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 так. Туника Фантазия F-стиль. Фантазия F-стиль. 50 размер я взяла на 46. Она свободненькая, хорошо. 336 рублей. А снизу она, по-моему, нет, одинаковые. Пола или как там? Одинаковые. Снизу и сзади, и спереди одинаковые. Небольшой рукавчик спущенный. Здесь на рукаве вот такой принт. Такая интересная тунечка. И последняя. Так, это у нас туника Блеск. 58 размер. На 54 мы взяли. 462 рубля. Сзади, вернее, снизу, сзади она длиннее. Сзади она длиннее, спереди короче. Вот такая надпись идет. Хорошая. I need feel like you want me. And I guess in a way you do.
some space to think this through. Call me on now. Все, вы смотрели «Любимый Василек». Ссылку на сайт я оставлю в описании. Проходите, смотрите, выбирайте. Кому понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх и не забывайте нажимать на колокольчик. А я вас всех обнимаю и люблю. Пока-пока.